всем привет. Только что закончился матч Лиги Европы. Спартак-Легия. Спартак уступил, играя минут 60 совершенно нормальный футбол. Доминируя, желая и имея возможности забить. К сожалению, потом команда остановилась. И вот результат 0-1. Поляки победили. А у Спартака теперь крайне непонятные перспективы даже в борьбе за третье место. После матча традиционно футболисты пошли к зрителям, и то, что они услышали, вряд ли можно назвать даже критикой. Ну, в общем, смотрите сами. Подобное повторяется уже не в первый раз. К сожалению, Спартак не радует своих болельщиков. Видосов сегодня будет много. Подождем футболистов, подождем, что скажет тренер, какие ему вопросы зададут, понравятся ли они ему. Сегодня есть некоторые перебои с работой YouTube, не знаю, с чем это связано. Я думаю, что вы найдете вопрос, ответ на вопрос в новостных лентах. Подписывайтесь на канал, а я напоминаю о том, что партнером этого выпуска является компания pinup.ru, которая представляет моим подписчикам эксклюзивный бонус. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии, забирайте фрибет до 3000 рублей по промокоду. Кошмар! Витория пошел к судьям, пожал руки. Разочарованные наши болельщики. Наверное, да.
Хорошо, скажу да. Скажу да. Уходят поляки. Свет Спартаку. Свет недовольства людей. Стоят польские футболисты. Собачий, блядь. Шейм! Да. Жестко.